Всем привет, ребят! Меня зовут Юля Пушман, а это мой друг и видеоблогер Кирилл Дединок. И сегодня мы будем снимать необычное видео. Я буду красить ему ногти в 100 слоев лака. Да, это очень страшно. Мы тут приготовили фен и разные штуки, чтобы на случай опасности уберечь жизнь. Ставьте палец вверх заранее, даже если вас напугает это видео. Конечно, вы видели что-то подобное, но Юля накрасит ногти парню. Мне и нам уже страшно. Поехали! Да, погнали! С какого цвета ты хочешь начать? Наверное, классический красный. Ну, погнали! Уже что-то крутое. Не поверите, сейчас Юля Пушман дула мне на ногти, потому что они мокрые, должны сохнуть. Это, кстати, не реклама лаков, хотя, мне кажется, было бы логично. Красиво! Друзья, у нас вот 10. Я как рок-звезда, знаете, они ногти себе красят, вот так же. У меня такое ощущение, что ты просто маленькая девочка, которая нашла маленькую косметику. И решила... Скорее всего, этот челлендж был придуман маленькой девочкой, потому что адекватный взрослый человек не может придумать и нанести себе на руки 100 слоев лака. А мне кажется, это именно взрослый человек придумал. Юля очень хозяюшка, поэтому она закручивает каждый раз лайки. Мне очень нравится бывать у Юли, потому что у нее всегда есть вот тарелочка чего-нибудь такого, где есть все. О, еще у Юли есть обычно баночка с лимонадом. Ой-ой-ой. Обалдеть. Это целый ящик чипсов. Знаете, у меня на самом деле вредной еды намного больше, чем полезной. Юля, сколько слоев? 20. Это 20 слоев, и уже, не знаю, видно вам или не видно, в общем, пупырышки такие. Юль, ну, треть пути пройдена. Сколько у нас слоев? Уже 30 слоев. 30 слоев. Блин, очень мило. Я прям вообще в восторге. А какие у тебя фавориты? Фавориты, мне очень нравится вот этот безымянный. Мизинец тоже очень миленький. Этот средний тоже красивенький. Самое странное, это пока большой палец, потому что на нем... Уродится. Да, он чуть-чуть падает. Пожелайте нам удачи. Уже 40 слоев лака. Мы не контролируем немножко процесс, потому что большой палец, он прям... Короче, у нас сейчас как, в общем, как в кино, поэтому надо быстрее продолжать, пока еще не случилась трагедия. Да, погнали.
Итак, мы накрасили уже 50 слоев. Там... 50 слоев, я покажу эту руку. Жесть. Это, скорее всего, будет картина в конце, потому что я уже прилип к листочку, у нас текут ногти, непонятно, как снимают другие блогеры, у которых 100 слоев. Мне кажется, что это совраньё, я просто что-то наклеил и сверху красит, потому что... Не-не-не. Да, мы просто устраиваем прожарку сейчас всем этим блогерам. Итак, уже 60 слоев. Рука по-прежнему не отклеивается. На самом деле, с 50-м немного чего изменилось, да? Все просто приобрело еще. Фаворит сейчас... Третий палец. Видите, он такой интересной формы. Да, такие. Вот проблемный большой палец, видите, он просто упал. Да. И едем дальше. Красота и грязюка. Лаки были выбраны, наверное, удачно, потому что, в общем, ногти почти одного цвета. Да, и рука теперь намертво уже прилипла, особенно большой палец, то есть я могу повелевать листочком. Осталось всего лишь 30 слоев, и мы почти что победили. Пальцы там же, в общем, дышать тяжело. Вот просто мы открыли уже все окна, которые можно было, дышать нечем, и мы сейчас как будто бы клея нюхаем с тобой, да? Голова кружится. Да, поэтому нам осталось 10 слоев, и мы спасены. Поехали. Погнали. Спасибо, вы ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и пишите комментарии внизу. Друзья, вот у меня такие красивые, крутые ногти, рокерский, пацанский вариант. Бонусом на моем канале вы сможете найти, как мы их стираем. На канал Кирилла мы сняли тоже видео, очень крутое. Там мы рассказываем, читаем вам разные статусы, смешные, которые ставят девушки и мужчины. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, смотрите, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на Кирилла, потому что это он придумал эти идеи, и я бы не додумалась. И он купил лаки, я бы не додумалась. Маме взять не нужен. Телефон потеряла, домашнего нет, кофе не пью, машины не удивишь. Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры. Я девушка-загадка. Да, и кстати, ребят, надеюсь, что вам понравилось наше такое видео. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы. И давайте договоримся так, если наберется 50 тысяч лайков, то мы с Кириллом снимем еще одно какое-нибудь невероятное видео. Умоляю. Да, так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на нас, будьте счастливы, здоровы и всем пока! Пока-пока!